Всем привет, с вами Некромаш, и мы возвращаемся в нашу, так сказать, эту самую ферму космическую. Вот, значит, что у нас случилось. Не знаю, каким способом, но это самое, как помните, на стриме мы не дождались вот этого сообщения от торговца, короче. Это, я не понимаю, что это накормленные выводки. Я по три кормлю, они и эти непонятные, короче, какие-то... Сейчас расскажу все. Опачки. Nothing like a good night's rest. I'm feeling really good about today. Bet we'll run into something amazing. Вот, в общем, как видите, у нас появилось задание. Блин. У нас появилось задание построить площадку эту. Торговую. Вот, единственное отличие, что у меня было по сравнению с этим, чего не было первым этом, это то, что на меня напали какие-то сорняки. Я их как бы одолел. Да? И из них что, опять нет? И из них выпали вот эти токсичная коробка. Возможно, это нужно, чтобы активировать этого. Торговца, я не знаю. Плюс я еще покажу, тут есть еще интересные вещи, которых мы не видели на стриме. Вот сейчас разберемся с этим, да? С этими мусорами. Что-то можно вот так делать. Бах. Намного быстрее, конечно. И эту заразу убрать. Вот, вот эти вот. Блин, а его токсичная коробочка. Из нее как-то можно шпоры делать токсично. Вот. В общем, сейчас пойдем, я кое-что покажу, а потом мы займемся. Посмотрим, что надо для этого торговца. Вот, как видите, тут у меня все по-новому, нет палатки. Я не знаю, как убирать эти, как их, здания, короче. Ну, я сейчас по новой построил, то есть не строил палатку сразу, а подождал, пока откроется у меня домик. Там вроде видно, как бы на этой заставке, что там еще другой домик. Это почему-то каждый раз, как заходишь в игру, вот эти все, как будто ты их
Опа, странный стол. Это что такое? Слушайте. А это надо построить, этот странный стол. Это куда его строить? Что ему надо? Две токсичные споры и камень. Так вот где делать эти токсичные споры, я не знаю. Может тут... А, во! Так, раз. Давай, нам две надо. А то есть один делает две, да? Или как? О! И энергетическое ядро мы сейчас... Мы, короче, сейчас еще больше прокачаем наш... Наш робот, видите, у нас сколько всего появится. А что для тебя надо? А, токсичные споры. Ну, в общем, пока не прокачаем. Токсичные споры мы сделали, да? Теперь понятно, где их делать. Потому что будем строить стол. А для чего, интересно, этот стол? Что он делает? Во, новые сушильный шкаф. Ай, ну это опять то же самое, короче. Почему-то каждый раз делает, как будто это новые. Ага, погодите. Ай, 5 камней надо. Сейчас, извиняюсь. Собрали, да? 4. И потом я вам покажу, что я еще тут нашел. Так, стол ставим. Ай, он такой малюсенький. Так его тогда здесь где-то надо. Эй, ты куда? Давайте-ка его мы вот здесь пришпандурим. Вот. Так, а теперь мы будем строить эту торговую, поставим хотя бы макет этой торговой площадки, где она там. Вот оно. Уйди, птица. Птица, уйди, говорю. Почему? Ай. Типа из-за птицы, что ли? Давайте тогда вот так поставим. Развернем, как бы, да? Будет тот там стоять, а этот вот так будет стоять. О! О, они будут как бы... Вот так. Опа. Чего? Какой еще недопустимый? Так, что тебе надо? А, тебе алюминий нужен? Еще камень нужен. Так это все сейчас у нас есть, кроме красных кристаллов. Вот, я вам еще сейчас кое-то показываю. Показываю то и то. Обалдеть. Так, камни мы построили. Давайте скинем их сюда. Но мне как бы не нравится. Да? Мне не нравится то, что тут какая-то идиотская система вот этого. Как бы, как по мне, этого, как он называется, блин. Камень? Камень. В общем, видите, тут везде 60 килограмм. Почему? Непонятно. С чем это связано? Так. Я не понял. А и вот, ну, кроме кристаллов все поставили, да? Давайте выкинем сейчас эти камни. Алюминий. А, тут, ну вот, видите, 60 и все. И он больше не загружает ни хрена. Так, тебя сюда, тебя сюда, тебя сюда, тебя сюда, тебя сюда. Так, у нас, конечно же, уже вечер, пока я тут собирал все. Can't wait to see it grow up.
меткость у меня. Так. Вот, смотрите. Бах, и одним выстрелом. А. Ну, правда, иногда почему-то не одним выстрелом. Вот, вот так надо. Опа. И весь наш этот. Надо, наверное, вот так прицелиться, чтобы этот кружок охватывал. Во. Да? Вот. Ну вот, мы сейчас идем, набираем воду, идем спать. И отправляемся. Куда отправляемся мы там? Так, вы сыты? Нет. А, сыты. Ну ладно, пошли. Все, идем отсыпаться, кстати. А, погодите, а что тут делается? Или это так просто? А, это так просто. Декорация. Зря я ее там поставил. Вот, кстати, я тут начал свою аллею растить. Видите, вот же желтые деревья, зеленые деревья. Вот такие вот дела. Ну вот. Эти ресурсы тоже как-то странно тут все. У нас дождик. Да? Ладно, урожай потом соберем. Некогда. Пошли делать то, что нам надо. Нам, во-первых, надо красные эти собрать. Ресурсы, да. Вот, значит, тут еще есть, смотрите, какая штука. Сейчас, вроде здесь. Если я, конечно, не путаю. Но если тут нету, покажу в другом месте. Шобираем. Вот, смотрите, тут есть вот такие еще штуки. Про которые я не показывал на стриме. То есть вы забегаете с человечком сюда. Вот. Тут можно и линии набрать. Правда, конечно, очень странно, что роботом долбит этот алюминий, а человечек хватает сразу одним ударом. Так. И потом вот так вот идем, собираем это все. Ну, он все ясно не утащит, но большую часть забирает. Подносим и все. Вот. Там потом, помните, мы такие фиолетовые камни там собирали, что-то там. Так вот, эти камни, это у нас... Ай, это, блин, я думал, это ресурс. Это самое... Их-то можно собрать 9 в этой месте. И я получил, когда их все 9 собрал, получил, что типа мне написали, что дамба изучена. Вон, кстати, нам туда надо. Только, насколько я помню, это надо обходить. Потом еще что я сделал. Вот видите, сейчас 2 из 3. У меня уже было 3 из 3, а он опять по новой считает. Я не понимаю, как это тут считается. Как-то интересно, странно, да? Ну, бета, как бы, это тест и всякое такое, так что... Так, за алюминием сейчас мы не пойдем с вами. Вот, опять 3, да?
Пройдет какое-то время, он опять будет по новости. Ну да ладно. Все, помчали отсюда, пошли, я покажу это другие места, как бы. Да, где мы не были с вами. Двигаться можно вот так, на джетпаке. И это, кстати, намного быстрее, чем ходить. Ну, надо накапливать. Вот тут был камень, короче, я его раздолбал, и была надпись, что это камень какой-то там, фонтан там, что-то там. Короче, я его раздолбал, и тут хлынул такой большущий фонтан, и это самое. И вот сейчас там стоит эта лужа. Так, где эти красные кристаллы? Дайте мне. Хочу красные кристаллы, дайте. О, кстати, тут это... О, капуста появилась. Вот, сейчас тебя можно... О, можно покормить уже этих. Сейчас другой, как видите, другой едой я их кормлю. Вот эти. Им нужна хорошая еда. Вот наши кристаллики. Ой. Ну вот, сейчас сможем построить эту платформу. Еще останется у нас этот кристалл. Ну а мы сейчас пойдем в этот. Да блин, шо ты в. Странный этот робот, короче. Ну, побыстрее бы этих дать. Гусеницы. Вот здесь собирали эти фиолетовые камушки. Так вот, знаете, что тут не только то, что вы. Да блин, шо ты вальс. Не алрайт. А, ну ладно, не буду залезать. Вот, запомните, вот. Вау. Вы кто такие? Вот, значит, во-первых, вот тут есть пещерка. Можно их собрать тут. Вот. Здесь можно полазить. Кстати, а тут уголь тоже есть. И вот эти камушки тут. Да? Ну, правда, я там наверх сам не залезал. Ну, гриб это чисто волокно, это ничего интересного. Только будьте осторожны, потому что если ваш робот попадет. Подождите, где это? Тут нечаянно можно попасть в одно место. А, вот. Вот сюда. Если робот ваш сюда упадет. И, кстати, тут еще один камушек здесь находится. Бывает. Его можно тут найти. Вот, если ваш робот сюда попадет, он как бы не выйдет. Ну, естественно, можно воспользоваться. Помогите мне выбраться. И он появится. Вот какие еще у нас вещи есть, да? Ну вот, а мы можем возвращаться и построить для торговца эту херню. Погодите, этих мы покормили, да? Да, еще какие-то должны быть с этим. С этой новой едой. Ай, погодите, там есть такие, по-моему, тоже. Сейчас пойдем проверим. Тут, по-моему, где-то был. Вот, видите, там есть. И капустку нам надо пособирать. Заодно.
покажу, с чего делается лучше эта еда. Мы тут, наверное, вот эти будут. Кстати, капустка. Нам оно очень нужно. Тут у вас капустка не растет, нет? Правда, я не знаю, что нам дает вот это, что мы их как бы кормим там, что-то там. Что мы с этого получаем? Но раз так надо, так надо. Тихо, 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 тихо. Сосновые вершины, 3 из 3. Где я там кристаллы вижу? Родич, а нет. Тихо-тихо-тихо. Ну, больше капусты не нахожу. Капуста. Ну, конечно, еще одна вещь довольно-таки странная, что с одного растения, которое мы вырастили, мы получаем всего одно семечко. Да? Ладно, раз мы идем домой, можем еще подхватить алюминий. Хуже не будет. Так, свет надо включить, да? А жутко в темноте, понимаешь? И тут, видите, довольно-таки много ресурсов. Перегрузка, перегрузка, все. Все уже. Пошли отсюда. Блин, чуть в воду не упал. Ха-ха. Бывает же. Нам сюда. Кажется, я не знаю. Но вроде бы сюда. А почему у него дворники не работают? Помните, когда он пал? Падал, то есть спал. У него там 6 или сколько этих было дворников. Или их все ветром снесло. То есть от удара. Ну вот, все, идем. Красный кроселек. Вот, сейчас построим этого. Ну, вроде не криво поставил, нет? Нет. Вот, построили. Дождаться торговца. Ну, дожидаемся торговца. Так, ну где торговец? Вон летит, нет, это не торговец. Вы что-то видите там такое? Непонятное летит. По-моему, это торговец. Давайте посмотрим. А вот там наш этот, который говорит с нами. Тетя. Не, походу, это не торговец. Точно? Так, сейчас выбираем нашу капустку. Его, да, он то нечто улетело куда-то. Ладно, значит, садим здесь.
очень классно, что ой, что не надо это. Не надо как это. О, погодите. Тут у нас нехорошие вещи есть. Очень хорошо, что не надо вот это, ну, во время дождя поливать. Всё, реально. Да ладно, что ты говоришь? Так я и не понял, для чего этот стол. Ну, типа, как бы получается это. Украшение. Так, тут как бы все. Короче, ящики тоже какие-то непонятные. Вот, совсем пустой, смотри-ка. Давай-ка я в тебя все и выложу. Если надо будет, потом возьмем. Ну чё? Думаю, пошли спать. Это у нас тут ночь. Вот эти так я и не понял. Либо тут надо найти что-то где-то. Это возможно будет, потому что там... Это, ну, что тут? О, смотрите, уже три появилось. Так, что тут происходит? А, и тут второй. Ну. Morning. Hope you had a good night's sleep. I can't stop admiring those nice decorations you built yesterday. You've really got an eye for that kind of thing. Да что, а где наш торговец, мне можно узнать? Или опять это какой-то... Что-то я не понимаю, что тут творится. Так, что мы тут? Токсичные споры. А. В общем, я что-то не понял. В чем дело? Где этот торговец шляется? Как-то странно, короче, что опять типа что-то не так сделали. Ну, это, конечно, странно. По крайней мере. Ну да ладно, ждем. Давай берем эти. Зачем мне алюминий, я не понял. Пойдем поставим делать сайте. Кстати, прибыл он, смотрите. Вот он. Вот такой корабль прилетел к нам. Лолос Агри. Чего? Агри? Чего? Механикалс. Блин, какой у тебя корабль. Тетя. Слушайте, давайте так как-то неудобно. Давайте это зайдем в этот. На роботе подойдем, посмотрим. Что ей можно продать? Так, семена капусты можно. Это продать или купить? Резной камень. Это купить можем, да? Слушайте, давайте купим. Как? Ай, у нас денег нет. Продать, смотрим. Ага, понятно. Висис. Это такое. Погоди, сейчас. Какой бизнес? Погоди ты. Сейчас я тебе продам, вот. Ну, у нас мало, как бы, да? Чего продать можем? Вроде я их больше находил. Этих. Только один. А, два находил, да? Ну пошли хотя бы этих два продадим. Они там по 400, по-моему, стоят. Вот эти. Жикиха. Тихо так. Да, давай все. Да ладно тебе. Вот, подтвердить. Камень с пустотой. Не надо мне никакие камни с пустотой. Давай.
Семена, это сколько будет? 100. У нас столько нет. А, есть. Так. Побеги нам не нужны. Смотрим. Зонтик, скамейка. Скамейку купим. Телега, зонтик. Не, ну мешков точно мне надо. Детали для робота. А, это чертежи есть, смотрите. Во. Давайте купим. Резной камень. Зонтик. Ну, мешки из... Ну, давай еще телегу поставим. Купим. Вот, у нас осталось 500. А ресурсы, что ты продаешь? А, ресурсы это... О, слушайте. Что это за семена? Давайте купим, может, чего получим. И рецепты интересные, еще что. Ну, детали для робота, я так понимаю, это такие же, как у нас. Что интересно. Ну, все тогда. Все. Да? Спасибо, что пробовали нашу игру. Список, да, это... Ой, блин, что я наделал? Извиняйте. Сейчас, минутку, подождите. Я уже вас это отдал желаемые. Вот. Ну что, все? У нас новые чертежи появились, видите? И мы сейчас будем иметь 3 разных вида посева, да? Давайте начнем посеем. Так, капуста. Погодите, она что, так и будет стоять там? Или как? Так, теперь идет пшеница. Я посеем. Прикольно, что. Ну и это самое, и наша любимая резинка. Резинка у нас сейчас пойдет. О. А с резинкой, да-да. Походу. Походу на резинку-то не хватит. Или хватит? Посмотрим, может, я еще куда переложил. Нет, тут сама резинка. Тут тоже семян нет. Тут. А, вот. Вот они. Именно резинки. Я говорю, не может такого быть. Да? Так, тут посеяно, полито, то есть. Не совсем я эту систему полива понимаю. Так, тут полито. Ай, смотрите, он вообще вокруг все поливает, или как это? Как это все полито у нас? То есть, наверное, вообще можешь вот так бух, и тут куча этих польется, да? Ну шо, посадили, сейчас будем... О. Это у нас эта сфера чертова.
Тебе надо? Улучшенная плавильная печь, смотрите, у нас появилась. А что для нее надо? Улучшенная плавильная. А ее интересно, обязательно вот этот шалаш ставить? Или как? Где она? Улучшенная. Да, вот. О, амбар появился у нас. Амбар. Два дерева, два алюминия. Тут что появилось? Тут ничего. Тут вот скамейка появилась, да? Тут на нашем пляже можем поставить. Тут это и было, это и было. Вот тут эти всякие. Так, а ты что тут? Ты хочешь? Так, погодите, что я хотел построить? Ящики. Амбар я хотел построить, да? 10 дерева, 2 алюминия. Сейчас построю. Может, в амбар надо будет перенести наше все. Так, нате алюминий, да? А, она уже улетела, все. Удрала. Тушит. Амбар мы здесь построим, вот. Чё-то мы так медленно ходим, алё. Товарищ этот. Не, ну это классно. Лё-то какой маленький. Интересно, что в амбаре будет. Ой, я все забываю, извиняюсь. Вот, и что тут можно делать в амбаре? Здесь можно, типа, эти всякие ставить? Ироборин. Ну, типа эти, как их, блин. Верстаки, типа, что-то такого. Могу, да. Это же не животные будут. Давайте посмотрим. Где эта печь ваша? А где печь? Нам же написали, что мы открыли. Или нет? Или мы нифига не открыли? А. Погодите. Ай, понял. Я понял. Ни хрена мы не открыли. Нам надо вот этих еще, да? Видите, странная града будет. Энергетическая. Это странный фонтан. Ну, короче, странные всякие эти. Зря я потратил на этот стол. Цены. Что за цены? Надо смотреть, что... Ну, короче, яйца надо было еще продать. Смотрите, 250 стоит. Это вообще ни хрена не стоит. Ну, короче, выгодно продавать только эту, короче. Яйца. Вот эти сколки. Но я что-то думаю, что я, может, зря их продал. Что тут за база данных? А, ну тут вот что мы находим, и все, находки. Дамба, вот, во, дамба. Вот, видите? Вот, значит, здесь, наверное, можно будет построить. Так что нам сейчас надо ждать, пока опять появится эта вся билиберда. Погодите, когда мы входим в режим... Что я хотел еще построить? Так. А, ну нам надо скамеечку поставить с вами. Возле дома, да? Тут сидишь себе возле моря. Вот скамеечка. Пожалуйста, вам скамеечка. Тут на пляж. Там почему-то у нее не было этого, короче. Почему-то у нее не было этого, как. Вот не этого, а.
Там вообще-то должен был еще этот быть. Ой, ты чё? Злась назад. Я не то нажал, извиняюсь. Давайте еще. Короче, там этот лежак был. Во. Давайте. Теперь сюда. Все, пошли. Стройте. А, и волокно тебе надо. Все, и алюминий кончился, и волокно кончилось, да? Все кончилось. Так, волокно. Алюминий. А еще волокна можно? Прям много благодарен. Ну тут прикольно, что за день все вырастает. Зоркий глаз какой-то. Новый эффект зоркий глаз. То есть мы еще строим, мы еще что-то получаем. О, смотрите. Видите, возле домика один написано. Что-то. А было ноль. Ладно, робот, чтобы не ржавел, давайте его сюда поставим. Пошли это спимся. А на скамейку можно сесть? Ну, это чисто декорация. Цветочки какие-то, смотрите, то ли растут, то ли не растут, не поймешь. Ладно, пошли спать. Можем там еще флаг поставить, конечно. Вот, у нас уже какой-то эффект появился. Зоркий глаз. Wakey-wakey, partner. Don't forget to water your crops today. Otherwise, it'll be a bit tough for them to grow. Вау, смотрите. Ну точно растут, смотрите, цветочки эти. Вон, видите, появились. А, значит, их надо просто ставишь, и они вырастают. Ну вот, видите, какая классная. Вот они, кстати, вот эти цветочки. Они потом такими станут. Так, это ты ходишь? Погнали. Пошли урожай собирать. Урожай. О, новое сооружение. Сток сена, новое сооружение. Тюки сена. И зачем мне это? Торговец прибывает на планету. Опа. Ну покажи, удиви. Так, тут все собрали. Пошли смотреть. Блин, дай мне такой кораблик, я тоже хочу. Что у тебя там? Так, что продаешь? Опа, новые ноги, смотрите, Hot Rod. Вау, давайте потерять. Так, погодите, что мы не купили? Ноги не купили. Новые детальки для робота. Интересно, сейчас если мы поменяем, то это самое... Ай, погоди, торговец, погоди.
Может, у тебя еще это, чертежи? Детали мы посмотрели, чертежи, знак, 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 знак. Надо, ресурсы. Семена резинки. Но это не надо, это мы дойдем. Все, пошли смотреть. Давайте попробуем поставить новые детали. И интересно, они это... Это самое у нас сейчас это... Как будет? Так. Ну, тут масло, энергетическое ядро мы еще не изобрели. Давайте модификации. Двигатель. В смысле, как мне их убрать? Что-то я не понял. Айна, может, знаете, что надо делать? Вот что нам надо делать. Так, руку. У нас что, нога? Это не та рука. Или это вообще не рука? И тут чья рука? Как сейчас понять? А, ну вот это вот ток. И оно ставится слева, да? Не, погодите, нам там еще что-то надо было выбрать. Мы же не все детали. Модификации, да? Гудрок. Хот-рот. Ну и как сейчас что тут делать-то? Ладно, давайте. Стекло убираем, да? Где стекло этого? Вот-то я не понимаю. Так. Ладно. Как в него выйти? А, и вот движок. Убираем, да? Как мне сейчас отличить их? Вот этот движок сейчас поставим. Вот. Да? Это нога хот-рог, да. Прикольно. Not sure they appreciate a stomping mech. Чего? Ай, вот как, вау. Слышь, нога. Меня не нервируй. О, блин. Так. Это у нас простая, да? Блин, прикольно. Вот эту сейчас надо. Вот. Так, движок, ноги поставили. Сейчас надо нам руку поставить, да? Эк. И какая рука? Ой, что это было? Куда оно делось?
А, нам сейчас это нужно. А эту надо снять. Так. Вот со стеклом только непонятно. Это ты у нас какое стекло? Ну, это, конечно, прикольно. Давайте смотрим сейчас. Что мы тут собрали с вами? Потому что, если честно, я не знаю. Так. А как мне узнать, как мой робот выглядит сейчас? А, у него все есть, но как мне знать, робот наш, вот стекло, допустим, какое у него стоит, как узнать, или тут только покраска отличается? В общем, непонятно. Потому что я продам, потом не буду знать. А этот, это улетело? Нет? А как ей, допустим, части продать? Hey, продать. А. Алая капуста упала. Ну ладно, бай-бай. Куда это все девается? Что-то я не понял, короче, с этими. Куда они все деваются? Не поняли? Я нет. Ну, мы собрали какого-то роба. А, в мире. А, во, эти как бы на складе стоят. А, значит, мы все собрали. Вот тот, видите, хот-рот мы собрали сейчас полный. Все, пошли спать. Попробуем погонять на новом. Красивом, так сказать. Блин, из-за этой продавщицы я не посеял ничего. Ну шо ж, думаю, знаете что? Сейчас мы... Ждем, так сказать. Ну, думаю, сейчас мы можем... Мы можем с вами попрощаться, несмотря на то, что говорит этот. Я, возможно, ну как бы тут, не знаю, тут как бы сейчас... Ай, мы хотели попробовать нового робота. Вот он. Видите, кабина уже другая. По-другому выглядит, как бы обозрение больше. Я думаю, что он посильнее. Так, у нас вот это вот. Я думаю, что померло. Нет? Ой. Я, в общем, думаю, что вам это, что вам уже не, ну как бы не то, что не интересно, но. Давайте, наверное, на этом серию завершим эту. И там уже потом у себя на... Ну, как бы... Ой, я вышел. Забыл, что не то надо нажимать. Опять торговец прибывает. Ну, торговец, удиви. А интересно, у нас может... О, а, не, показалось. Я думал, что... Тут зависит от робота что-то. Он может больше тащить, может еще что. Ну покажи, удиви, что ты тут привезла.
Я тебе детальки сдам. Так, побег, пара ног, винтаж. Да не нужен нам этот винтаж. О! Вот это мы купим. Чертежи то же самое. Короче, давайте продадим ей. Ай, она не покупает детали. Ну это, конечно, немножко бред. Ладно, я тебя понял. Вот, думаю, на этом попрощаемся. Возможно, будет новая серия потом. Как-нибудь, да? Потому что... Я не знаю, что тут... Ой. Что тут еще будет? Но, как видите, демка. Довольно-таки... Даже демка интересная. Что там... Уж про игру говорить. Вот, ну сейчас нам надо просто дождаться новой атаки. Да? Чтобы получить эти, короче, споры. Чтобы сделать этот... По идее, как бы тут должно их побольше быть, потому что... Ну, этих атак или как-то... Ой. Потому что, смотрите, это самое, не знаю, как его. У меня были две атаки. Были, короче, эти. Были какие-то эти семена сорняков, которых надо было тоже ловить. Плюс вот эти, что напали шары. Там, помните? Ну, я, правда, за мало там их словил, этих. И тех, и других. Вот, так что... Ой. Так что будем дожидаться сейчас, когда опять будет какая-нибудь атака. И как бы можем дальше усовершенствовать нашего робота. А может из пшеницы еще какая-то еда делается, слушайте. Давайте пошли посмотрим. Так, ну давайте, сейчас я попробую вот так сделать. Что будет? А, ни хрена, а. Он только одну клетку поливает полностью. Так, водичка кончилась. Вот. Думаю так. Всем вам удачки, здоровечка. С вами был Некромас и игра, как она там, Lightyear. Lightyear, блин, стихи прямо. Все ссылочки, как всегда, в описании. Вот. Подписываемся на телегу, следим. Кстати, по, там по... Как видно, по этому, короче. Так, что-то там с этим побегом не то. Давайте мы посадим... А, я там выложил эти. Я выложил побег синий в это, короче. В ящик. Так вот, там еще видел, что есть двухэтажные домики. Вот так что. Это самое. Ну, а я тем временем буду в игре дожидаться атаки. И это самое. И пробовать еще словить, делать эти генераторы там какие-то. Ой, ядра. Вот, все, на этом прощаюсь. Пока-пока, до новых встреч. Увидимся.